не показано на примере жизни одного человека. Но я говорю, что мы можем уже прямо сегодня, уже использовать данный механизм. Человек, который болеет, которому плохо, у которого все очень плохо. Этот человек должен сосредоточиться и находить для себя возможности, находить для себя тенденции, которые помогут ему справиться с тем, что ему нравится. Нравится, я себе нравлюсь, кому не нравится, того нет вкуса. Меньше говорить я и тыкать всем, как это должно быть. Не быть тем человеком, который прямо за идею свою или за свою прямо ну, основное желание твое какое. Мое основное желание доказать всем, что жизнь плохая, она мне не нравится, и я желаю, чтобы это всем не нравилось. И я это докажу. И после этого вот такой человек, мужчина или женщина, начинает всем доказывать вокруг, что жизнь это полная ерунда, и что вокруг всем должно не нравиться, что всем вокруг должно быть плохо, и он это сейчас всем докажет. Зачем? Проснулся ребенок, он покушал. Ему все равно, в какие его штанишки одели, ему все равно даже, что он покушал, если честно. Поверьте мне, ему так нравится, если мама с папой друг за дружкой там и обнялись, и поцеловались, и это все на глазах. Потом папа посадил на шею и отнес в садик. И потом ему нравилось, он игрался там с детьми, потом пришел домой, ему нравятся там 100 родителей. И вторая история. Утром встал в лакшери, каких-то одеждах, няньки и так далее. Вышел, тут мама с отцом морут друг на друга, мат через мат и так далее. На него никто не обращает внимания. Кричат, знаете, После этого посадили его в какую-то машину, чужой дядя отвез его в садик, после этого он целый день расстроенный, потому что перед глазами у этого ребенка мама с папой, которые непонятно почему на него не обращают внимания, орут друг на друга, как бешеные с вытаращенными глазами. Где у кого лучше жизнь? Скажите, как эта карма сложится для человека? Посмотрите, это же а, очевидно, почему обычный человек, живущий обычной жизнью, не может этого всего увидеть. Ведь это ж так логично и это ж так понятно. Это ж так логично и так понятно. Одних людей, которым не нравится и которые доказывают всем, что нельзя жить, чтобы нравилось. Я вообще сейчас новости смотрю, которые похожи на какие-то сплетни ужасов. Смотрю фильмы, которые похожи на какие-то сплетни ужасов. Смотрю вот на это все. Вот, и Иногда у меня возникает такое ощущение, что люди, которым очень не нравится эта жизнь, которым очень не нравятся те люди, которые вокруг них находятся, они пытаются всему миру доказать, что ни у кого нет шанса жить так, чтобы нравилось в жизни. Нельзя тебе нравиться, весь мир ерунда. Нельзя нравиться. Как же тебе нравится, когда всем не нравится? И газ дорогой, и украинцы тупые, там, и русские там, войну ведут, и политики там негодяи и так далее. И там везде несправедливость, везде это. Но так об этом и так все знают. Зачем об этом говорить? То есть зачем они это говорят нам, как сказал в свое время Успенский? У каждого слова есть свое значение. Зачем? Это знаете, как ребенку, допустим, сказать, у, ты живешь не с своей мамой и с папой, они у тебя усыновили. Скажите, зачем эти слова сказаны ребенку? Так, чтобы мама и папа не знал, чтобы что было у ребенка? Чтобы ему что? Жизнь не нравилась, чтобы он считал, что жизнь это плохо, и у него начинает появляться то, что ему не нравится. А тете что от этого? Потому что ей уже жизнь не нравится. Таким образом, Таким образом, мир людей, которым все не нравится и которые готовы сделать все, чтобы вокруг всем не нравилось, они ставят для себя знамена тех людей, которые готовы с пеной у рта, со слюнями в волосах идти доказывать всему миру, какой мир плохой, какой он гадкий и как должно всем не нравиться. Прямо доказать. Прямо доказать, забрать шанс, забрать возможности, забрать у людей прямо последнюю надежду увидеть хоть что-то прекрасное. Дали тебе жизнь, живи. Сначала будет нравиться малое, потом будут нравиться среднее, потом будут давать большее, а потом будет совсем все прекрасно. А люди живут, мне нравится, но только если будет как я хочу. Мне нравится, ну может, мне понравится, если. Ну а как же жизнь, как же карма, пусть нравится хоть то, что сейчас есть.